Здравствуйте, дорогие друзья, и с вами снова я, Савелий. Сегодня я буду читать отрывок из книги Эдуарда Веркина «Герда». «Головы в траве», глава 10. Выгулял с утра Герду. Пошел подальше к реке, чтобы никого не было. Чтобы побродить спокойно на солнышке, пощуриться. Утром самое приятное солнце, не жаркое, не пыльное, а самое главное, утром кажется, что оно светит только для тебя. Это мне больше всего и нравится. За границей поселка отстегнул Герду с поводка, но она особо не рвалась. Отпустилась метра на 3, сделала круг, понюхала воздух, послушала воздух. Ничего интересного не нашла. И равнодушно сел на подвернутую лапу. «Гулять!» — шепнул я. «Гулять, гулять!» Но гулять ей особо не хотелось. Это по морде было видно. Герда громко зевнула и ленила, потрусила за мной. Она вообще ленива, может целый день валяться на диване, лишь иногда шастая к холодильнику или кальке. Забавно лежит, дрыхнет, потом раз — и во сне у нее поднимается торчком уши. А после этого и остальная, она вся просыпается. Начинает нюхать воздух, а потом отправляется в Алькину комнату. Кажется, она ее охраняет. До сих пор. Странно. От поселка до реки недалеко. Меньше километра. Это удобно. Летом можно купаться, зимой каток хороший и прорубь. Некоторые ныряют. Рыбу можно удить. Она тоже водится. Да и просто красивые места. Торфяного не видно. Одним словом, от реки сплошные плюсы. И все бесплатно. Выяснилось, что Герда купаться тоже любит. Особенно по утрам. По утрам в траве вдоль берега прятались утки. Их можно было пугать громким лаем. По утрам из глубин поднимались жемчужницы, и их можно было ловить зубами. Утром на траве еще оставалась роса, холодная и вкусная. Ее можно было собирать языком, фыркая от цветочной пыльцы. Чтобы понять смысл этой книжки, для начала прочитайте. Я ставлю лайк.